Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать про огромное количество карт, в которых мы с вами пойдем и сегодня получим классные вещи в безлимитном количестве в черном цвете. Это у нас, так скажем, вторая часть. Первую вы можете посмотреть по подсказочке выше, она вам очень зашла, поэтому снимаю для вас уже вторую часть. Ну что ж, не забудьте подписаться на канал и ставьте лайк, мне всегда будет очень приятно. И также, ребята, вступайте в мой телеграм-канал. Там я каждый день публикую промокод. Коды из АФК игр, с помощью которых вы сможете быстрее получить лимитные вещи. Ну и не только, еще много всего интересного. Ну что ж, давайте начинать, поехали! Встречайте Dream Pets, единственный маркетплейс в мире, где вы можете легко и быстро купить или продать предметы из игры Murder Mystery 2. На Dream Pets вы можете найти широкий ассортимент предметов, от самых обычных камон-ножей до самых редких ром. Здесь есть все, что нужно для крутого инвентаря. Процесс пополнения сайта прост. Отправьте ваш нож через трейд с ботом в игре, и он моментально появится в вашем инвентаре на сайте Dream Pets. Ну а выводить нож с сайта также просто. Нужно зайти на сервер к боту и кинуть ему трейд для получения предметов. Забудьте о неудобстве поиска покупателей или продавцов. Dream Pets сделает все за вас. Удобно, быстро и безопасно. Переходите на сайт прямо сейчас и исполните свою мечту. Ну что ж, ребят, и в первую очередь мы с вами пойдем вот в эту игру, называется она Computer History Museum. Здесь мы с вами получим классную черную бесплатную вещь. Присоединяемся. Все ссылки, ребята, на игры также будут в описании к этому видео, так что можете переходить по ссылочкам. Заходим. Так, ребят, смотрите, мы с вами погружаемся вот в этом коридоре, и мы с вами заходим конкретно вот в эти ворота, где написано Community. Бежим. Так, ну и теперь, ребята, мы с вами должны подбежать вот к этому человечку. Вот здесь вот он у нас с вами находится. И мы с вами сейчас давайте возьмем у него задание. Нам нужно будет с вами накопить вот эти коины. Сейчас у меня, как видите, 0, а должно быть минимум где-то 10. Так, ну что ж, давайте мы с ним с вами поговорим. Он нам, короче, говорит, что мы с вами должны сейчас будем контролировать трафик машин. Для этого мы с вами нажимаем вот сюда, затем, ребята, где красная стрелочка, нажимаем сюда, и сейчас у нас начнется задание. Замечательно, ребят, смотрите, я заработала за одну миссию 5 монет, давайте сейчас мы с вами еще у него снова возьмем задание и выполним его еще 1-2 раза. Так, ребят, ну что ж, мы с вами выполнили еще одно задание и мне дали 7 монет. Так, давайте сейчас еще раз выполним. Ребята, кстати, что касается этого задания, если честно, я его не особо поняла. Просто главное тыкать по вот этим стрелочкам туда-сюда. Главное, чтобы сейчас я увидите. Вон, смотрите, у нас такие 3 рычажка. И мы с вами должны, так скажем, регулировать наш светофор. А как регулировать, фиг его знает. Просто тыкайте на рандом куда-нибудь. И рано или поздно задание закончится, и вам все равно за это дадут монетки. Так, ну что ж, ребят, смотрите, я заработала за 3 игры 14 монет. Это довольно-таки много, не знаю, как так получилось. Так, ну а теперь, ребят, мы с вами возвращаемся в наше лобби, где мы, собственно, и зашли в этот раздел. Так, сейчас я телепортнусь. Ну и замечательно, теперь, ребят, мы с вами должны подойти вот к этому автомату, где у нас находятся такие вот питомцы. Сейчас мы, ребят, одного из них купим за 8 токенов, давайте пускай это у нас будет, не знаю, вот этот вот. И как только мы сейчас, ребят, его купим, мы получили себе в инвентарь эту бесплатную вещь. Идемте, я вам ее покажу. Видите, с нас монетки списались, ну точнее наши токены. И вот, ребят, смотрите, мы с вами получили такую классную черную кепку. Сейчас покажу поближе. Ну и вот так вот, ребята, эта кепочка смотрится на мне поближе. Очень здорово смотрится, качественно выполнена для вашего какого-нибудь темного скина или не только. Она хорошо подойдет. Но имейте в виду, что с волосами объемными она выглядит вот так вот.
Ну а следующая игра, в которую мы с вами пойдем, называется она вот так вот, Roblox Community Space. Давайте здесь тоже получим классную черную бесплатную вещь. Заходим. Ну что ж, ребят, и как только мы с вами прогрузились, наша с вами задача это по этой карте найти 4 логотипа Roblox. Сейчас я буду вам показывать, где они находятся. Получить их и забрать очень легко. Вот первое, теперь бежим за вторым логотипом. А вот мы уже с вами нашли и третий логотип, и остался последний, четвертый логотип, и мы с вами получим нашу бесплатную вещь. Та-дам, ребята, я вас поздравляю, мы получили с вами бейджик, идемте покажу. И мы, ребята, с вами получили вот такую вот замечательную черную кепочку с логотипом Roblox. Выглядит очень стильно, лаконично и подойдет в целом под любой наш с вами образ. Всем советую получить, очень легко. Ну а следующая игра, в которую мы с вами пойдем получать уже несколько черных вещей, называется вот так вот. Обратите внимание, что нам с вами нужна именно вот эта игра с такой вот аватаркой, где нарисован динозавр. Ну что ж, давайте зайдем. И смотрите, ребята, как только мы с вами присоединились, нам нужно с вами пройти все вот эти вот вызовы. Как только мы все пройдем, все наши вещи будут у нас в инвентаре. Нам нужно пройти будет опрос, и в целом без разницы, как вы будете отвечать правильно или нет, все равно рано или поздно вы угадаете, и ваш вызов будет засчитан. Ну что ж, давайте пройдем вместе с вами этот опрос. Мы с вами прошли первый вызов, нам за это дали бейджик, переходим ко второму. Вот и все, ребята, буквально, наверное, минут за 5 я прошла все уроки, и давайте покажу на себе наши бесплатные вещи, которые я получила в подарок. Вот так вот они выглядят у меня в инвентаре, это 3 вот предмета, все они у нас с вами черного цвета, давайте примерим. Ну и вот так вот, ребята, все это смотрится на мне, в целом неплохо, возможно, не с такими волосами, как у меня, но мне нравится. Ну а следующая игра, в которую мы с вами пойдем и получим еще 3 классные бесплатные черные вещи, называется у нас вот так вот, Clark's Sisaverse. Ссылочку тоже оставлю в описании к этому видео. Ну что ж, давайте заходим. И как только, ребят, мы с вами прогрузились, сейчас для начала бежим вот в эту зону, где написано Breakdance. И теперь, ребята, нам нужно нажать на кнопочку «Танцевать», и наша будет задача сейчас выбрать уровень, сложность точнее, какой. Я, наверное, выберу, пожалуй, стандартный. И, ребята, мы с вами сейчас должны будем нажимать на кнопочки и набрать, ребята, 600 очков, и тогда получим нашу первую бесплатную вещь. Сейчас, ребята, мы нажимаем. У меня не получилось с первого раза, но ничего, получится сейчас, может быть, со второго. Выберу, пожалуй, уровень расслабленный. И вот, ребят, смотрите, я получила этот бейджик. В целом очень легко, буквально за пару секунд вы это наберете. Главное приноровиться. И мы, ребята, с вами получили к себе в инвентарь вот такие вот шикарные черно-золотые крылья. Мне безумно они нравятся, подойдут реально под любой образ. Так что получайте. Ну а я снова нахожусь в этой игре, и в этот раз, ребята, мы с вами пойдем вот в эту зону, где написано гонка BMX, ну либо будет написано то же самое по-английски. И теперь, ребята, наша с вами задача 2 раза сыграть в эту игру и прийти к финишу как можно быстрее. Супер, ребята, мы с вами 3 раза проехали, и теперь мы с вами повторяем еще один раз ту же самую процедуру. Бежим. И все, ребят, смотрите, мы с вами снова получили бейджик. Идемте покажу. И вторая вещь, ребята, это вот такой вот стильный, объемный
рюкзак на спину. Мне очень он нравится. Всем советую получить. Ну и идемте еще, ребята, снова в эту игру. Получим третью бесплатную вещь. Ну что ж, ребят, а теперь мы с вами идем в сторону паркура. Нам нужно будет его пройти до конца и как можно за минимальное количество времени. Нажимаем на кнопочку «Запустить», «Быстрый старт». И поехали. Все, побежали. Собственно говоря, вот, мы с вами получили нашу третью бесплатную вещь. Сразу же хочу сказать, что, возможно, у вас не получится с первого раза, со второго, но с третьего раза, я думаю, у всех точно получится. Так что наберитесь терпения и всем желаю удачи. Идемте покажу эту вещь. Ну и, собственно говоря, ребята, вот так вот выглядят на мне эти шикарные наушники, мне они безумно нравятся. И, кстати, ребята, обратите внимание на мою кофточку, я ее тоже получила бесплатно в одной из игр. Сейчас я вам покажу тоже, что это за игра, и расскажу быстренько про задание. А именно, ребята, вот в этой игре, называется она Wonder Woman, по-русски мне переводит «Чудо-женщина», мы с вами можем получить огромное количество классных бесплатных вещей, в общей сложности их 30 штук, но есть там так же как черный, так и не черный. Сейчас конкретно я хочу рассказать вам вот про эту кофточку, которая была на мне. Заходим в эту игру. И смотрите, ребят, как только мы с вами прогрузились в этой игре, идемте, я вам покажу все три магазина, которые расположены в этой карте, потому что вещей очень много, и они находятся в разных местах. Первый, ребята, магазин находится прямо вот здесь, вот по центру. Давайте сейчас я вам покажу, что находится здесь в ассортименте. Вот здесь, ребята, есть такие вот объемные вещи, особенно ребята, всем мальчикам советую получить вот этот костюм за 10 тысяч монет. Но нашей кофточки здесь нету. И обратите внимание, у меня уже есть в инвентаре другие вещи. Я уже играла в эту игру и знаю подробно, что в ней нужно делать. Но для начала давайте я вам покажу все магазины. Идемте во второй. И вот здесь вот, ребят, находится наш второй магазин. Подходим к нему. И, ребята, как раз-таки во втором магазине находится наша ажурная кофточка, которую мы с вами можем получить, не помню, по-моему, за 2000 монет она стоит. И я думала, что мне будет показано, за сколько я ее покупала. Но она, по-моему, вообще недорогая. И давайте сейчас я вам покажу третий магазин. Он находится ровно напротив нашего места, где у нас находится второй магазин. А именно, ребята, вот в этом здании. Сейчас мы туда в него побежим. И вот здесь вот, ребята, в этой пещере находится третий магазин, в котором находятся оставшиеся предметы, которые мы также можем приобрести к себе в инвентарь. Все это бесплатные вещи. Я думаю, что эти вещи больше как раз-таки подойдут мальчикам. Что касается, ребята, этих монет, как их зарабатывать? Во-первых, мы с вами в этой игре должны получить лопату, которая у меня уже есть. Если вы зайдете в игру первый раз, у вас этой лопаты не будет. Ну а что нужно делать? Как получить эту лопату и где собирать эти монеты, я рассказала, ребята, в своем подробном туториале, по подсказочке выше можете присоединиться и посмотреть это видео, которое полностью посвящено этой игре. Всем, ребята, желаю удачки, ну а я перехожу к следующей карте, где мы с вами будем получать другие черные вещи. Следующее название игры, ребята, выглядит вот так вот. Пишем в поиске Robloxian High School. Вот такая вот аватарка у нашей игры, в которой мы с вами получим полноценный образ в черном цвете. В идеале, ребята, в этой игре мы с вами должны присоединиться либо на VIP-сервер свой, либо на сервер, где у нас мало народа. Ну, я кому-нибудь из друзей просто зайду на VIP-ку. Ну что ж, заходим. Супер, и теперь, ребята, мы с вами бежим в школу. Дальше, ребята, нам нужно присоединиться в библиотеку и сесть, ребята, строго вот за этот стул. Мы просто над ним сидим, и сейчас магическим образом у нас появится ключ, который мы с вами должны будем забрать. А вот, ребята, и он. Нажимаем на буковку Е. Супер. И теперь, ребята, бежим в тайную дверь. Находится она вот здесь, вот в комнате, где у нас орудует уборщик. Бежим, ребята, сюда.
И теперь, ребята, мы с вами телепортируемся вот в этот портал. Сейчас наша с вами будет задача пройти обе, от начала до конца. Ребята, и если у вас не получается пройти это обе, вы постоянно падаете, не беспокойтесь. В этом обе есть чекпоинты, где вы можете засейвиться. Давайте попробуем немножко пройти. И что, ребята, я хочу вам сказать. Как только вы до конца пройдете это обе, там вас будут ждать как раз-таки наши бесплатные вещи. Вы их просто сможете забрать. Основная задача – это пройти до конца это обе. И поверьте мне, вы получите эти бесплатные вещи. Вот и все, ребята, обе мы с вами прошли, бейджики получили, идемте покажу весь костюм и образ на себе. И вот так вот, ребята, я выгляжу. Мы с вами получили верх и низ от такого вот полноценного костюма и еще, ребята, вдобавок такое шикарное украшение на шее. Ну что ж, ребята, и осталось у нас с вами еще две игры. Сейчас мы с вами зайдем в игру, которая называется Симулятор Супер Держав Чакра. Просто по-английски пишем поиски чакра. Ну, либо также ссылку на игру оставлю в описании. Давайте зайдем в эту игру и получим классную черную бесплатную вещь, которая, кстати, подойдет хорошо к нашему костюму, который мы только что получили. Ну что ж, пропускаем. И теперь, ребята, нам нужно с вами сразу же идем вот в это место. Прыгаем в синий кружочек. И вот, ребят, смотрите, мы находимся в этом месте. Бежим вот к этому красному человечку. Называется он Чакра, по-моему. Нет, это босс Яма. Сейчас, ребята, он нам с вами даст задание, которым мы с вами должны будем приседать. Вот здесь вот, ребята, находится у нас задание. Нам нужно с вами собрать 3000 монет, а для этого нам нужно с вами потренироваться 2000 раз. Ну а теперь, ребята, мы с вами должны, как и все на этом сервере, приседать. Для этого нажимаем на кругляшочек под цифркой 3 и просто нажимаем на экран хоть где. И так нам нужно с вами присесть 2000 раз. Если не хотите это делать вручную, то, ребята, скачайте автокликер. Собственно говоря, сейчас я, наверное, это, пожалуй, и сделаю. Здесь, ребята, вы также можете отслеживать свой прогресс. Уже, ребята, видите, присела 15 раз, и так нужно сделать еще 2000. Как только я это сделаю, я к вам вернусь. Ну что ж, ребят, возвращаясь к вам спустя, наверное, минут 40, вот, я наприседала 2000 раз, и теперь мне нужно за это получить 3000 монет. Давайте сейчас снова мы с вами подбежим к нашему боссу и поговорим с ним. И вот, ребята, замечательно, я получила бейджик себе в инвентарь, и идемте покажу эту вещь на себе. И вот такой вот, ребята, плащ нам упал в инвентарь. Давайте покажу. Ребята, ну что я за красотка? Просто посмотрите на мой образ. Мне кажется, стало еще лучше. Особенно с этим черным костюмом. Я смотрюсь просто офигенно. Всем советую получить этот плащ тоже. Ну и последняя игра, про которую я хочу вам сегодня рассказать, называется вот так вот. Chipotle Burrito Builder. И здесь мы с вами можем получить тоже большое количество бесплатных вещей, в том числе черных. Давайте зайдем в эту игру. И как только, ребята, мы с вами прогрузились, бежим вот в этом направлении, в сторону кафе. Здесь нам с вами нужно сейчас поговорить вот с этим человечком. И теперь, ребята, мы с вами должны будем приготовить 35 буррито в общей сложности, чтобы получить вот эти все вещи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вещей мы с вами тут можем получить бесплатно. Меня сейчас привлекают вот эти черные очки. Они у нас тут единственные, наверное, черные. Нужно всего лишь накатать за них 20 буррито. И давайте сейчас мы этим как раз-таки с вами и займемся. Нажимаем на кнопочку play. И здесь все очень просто. Нас тут просят положить коричневый рис, к примеру, потом еще коричневый рис. Обращайте внимание, мы с вами должны успеть приготовить заказ до того, как конвейер у нас с вами пропадет. Вот, видите, я уже не успеваю из-за того, что с вами говорю. Но вы должны полностью успеть приготовить все буррито. Только тогда они у нас с вами засчитаются. Как только мы это все, ребята, с вами выполним, мы с вами возвращаемся к этому челику и заходим в раздел Clothing. Вот здесь вот, ребята, находится он. И мы просто нажимаем на кнопочку Claim, 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 и все. На этом все. Как только накатаем все буррито.
Я уже эти вещи получала, поэтому у меня бейджиков нету. Но если вы заходите в эту игру первый раз, то у вас все упадет к вам в инвентарь. Вот эти, ребята, очки. Сейчас я хочу примерить. Покажу вам полноценный образ в черном цвете. Ну и вот так вот, ребята, это выглядит на мне, на моем лице. Да, согласна, не очень, но если какое-нибудь другое лицо примерить на себя, то, я думаю, эти очки хорошо вам подойдут. Ну что ж, ребятушки, а на этом это видео подошло к концу. Надеюсь, оно было для вас интересным и познавательным, и вы поставите мне лайк. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Thank you.